Слав Барабанов, и это новостройки Санкт-Петербурга. Мы сегодня разбираем ЖК ЦДС Московский в Московском районе Санкт-Петербурга от надежного застройщика ЦДС, который более 20 лет на рынке Санкт-Петербурга, строит вовремя, строит качественно, бывает даже раньше срока вводит в эксплуатацию. Поэтому его искренне рекомендую. Мы сегодня разбираем двухкомнатную квартиру. В прошлых роликах разбирали студию. Одна комната на 2 евро. Если для вас эти планировки актуальны, то по ссылкам ниже в описании можно с ними ознакомиться. Также хочу отметить, что ЦДС – это надежный застройщик, которым, в объектах которого, в квартирах которого уже живут 69 тысяч семей. Срок сдачи корпуса, который мы смотрим, третий квартал 2021 года, пятый корпус. До первого квартала 2022 вы заедете и получите ключи. Этот комплекс подойдет тем, кто хочет проживать в Московском районе, недалеко от метро, в данном случае метро Звездная и Московская, от надежного застройщика. И если вы не хотите заморачиваться с ремонтом, здесь с чистовой отделкой сразу, да, квартиры передаются, ремонтом заморачиваться не придется, только вещи завести и будете счастливо жить. Дом монолитный, кирпичный, теплонадежный, в фасаде кирпич, то есть еще и долговечный и презентабельный. Давайте пробежимся по планировке. 55 квадратных метров, это с учетом балкона, а без учета балкона 51,3. Прихожая 8,2 с нишей под шкаф, раздельный санузел, раздельная ванная 3, раздельный санузел 1,6. Есть ниша под гардеробную 1,2. Это кухня 11,9 квадратов, выход из нее на балкон 3,8. Комната 1, 11,5, комната 2, 13,7. По стоимости на сегодня это 7 913 467 рублей, третий этаж из 15. Есть на разных этажах. Стоимость квартиры актуальна на момент съемки, друзья, 27 сегодня февраля 2021 года. Квартира с чистовой отделкой такого плана. Отделка у них одна из лучших на рынке, похожа на своих конкурентов Settle City. Кстати, немного квартир на этаже, это здорово. Окна на две стороны. Квартиру можно купить, друзья, как за прямые деньги, так и в ипотеку. Ипотека здесь возможна с господдержкой, при условии, если квартиру приобретать от застройщика и до 1 июля 2021 года, то это будет 6,5%, либо даже ниже. Поэтому можете обращаться, чтобы получить одобрение по лучшим ставкам, одобрим вас. Давайте пробежимся по преимуществам из плюсов. Здесь помимо чистовой отделки, широкий балкон и лоджии, торговый центр свой построит, застройщик, поликлиника будет своя на территории, озелененная территория, пешеходные тротуары, детский сад собственный на территории на 295 мест и школа на 650 мест также будет на территории. То есть своя инфраструктура, это здорово. КАД недалеко для любителей автомобилей. Здесь располагается дом. Вот он, синей точкой обозначен. Синей точкой обозначено. Вот оно метро. Вот оно метро. Это ТРК «Континент». Здесь реально 15 минут на транспорте. Это ТРК «Лето». Другой торговый комплекс. Есть аэропорт. Он здесь вот находится. И таким образом на сегодняшний день выглядит на момент декабря 2020 года. Выглядят дома. Вот эти сданы уже, дома, квартиры, которые мы смотрим, вот в этом отрезке. Как раз вот свежий ход строительства, вот в этом кусочке. В третьем квартале он сдается, вижу, очень плотно идут, сдадут вовремя. В любом случае, до первого квартала 2022 года вы получите ключи. Поэтому, друзья, если хотите приобрести квартиру в этом комплексе, либо в любом другом, от надежного застройщика по Санкт-Петербургу, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Почему стоит это сделать? Потому что услуги для вас бесплатны, так как их оплачивает застройщик. При этом вся цена застройщика, все акции при их наличии от застройщика, юридически сопровождаем. Если понадобится ипотека, по лучшим ставкам вас одобрим. Если вы из другого региона, поможем провести дистанционную сделку. И, конечно, помогу подобрать квартиру конкретно для вас по вашим параметрам, так как покупка квартиры – это индивидуальный момент. Поэтому, чтобы забронировать и выбрать лучшую квартиру, звоните по телефону, который указан ниже в описании. Также можно написать, позвонить в WhatsApp. Также подпишитесь на мой Instagram, TikTok и на этот канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Бесконечно благодарен за просмотр. До новых встреч и роликов, друзья. Пока-пока.